Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Это вторая часть видео о том, как я делаю макияж с помощью теней NYX, которые вы, спасибо вам, выбрали в мою косметичку месяца. И сегодня я их пробую. Получается, в итоге, видите, вот такой яркий довольно макияж, и мы с вами его выполняем. Первую часть, я думаю, вы уже посмотрели. Если нет, то вот здесь ссылочку вам оставляю на первую часть. В этом ролике мы начали обсуждать тему о том, когда уместно высказывать свое мнение и уместно ли вообще. Давайте продолжим с того места, на котором мы остановились. Вот видите, я так чуть-чуть немножко прихлопнула тон, и он уселся. То есть вначале его было очень сильно видно, если вы заметили. То есть вообще, если вы довольно плотный тон наносите, какое-то время он усаживается, потом вот так вот прям промокните, и его не будет сильно видно. Сейчас брови оформим, у меня тени в кушане, не очень удобно, я вам говорила, вот Essence, самый светлый оттенок, и гель от Luxe Visage я добиваю, тут уже просто вот капли-капли, мне его приходится на руку, и потом только на брови, потому что иначе там просто вылезает туча геля, с которой я не могу даже справиться. Так, сейчас вначале причешем. У меня брови не сильно яркие, но я, в общем, и не стремлюсь делать черные какие-то брови, потому что волосы я чуть-чуть оттеняю. Маска у меня такая есть от Lush, и я показывала вам, как я ее использую. Она полезная для волос, и волосы так хорошо после нее блестят, очень приятно. Мое мнение, в общем-то, наверное, по этому поводу теперь для вас понятно. Я считаю, что высказывание собственного мнения имеет определенную целесообразность, либо не имеет ее. То есть я не везде, не всегда говорю всем, что я о них думаю. Это было бы глупо, на мой взгляд, да? Вот, например, я смотрю некоторые видео, что-то иногда просто попадается мне в рекомендованных видео, мне становится интересно. Но я, по сути, ищу кого-то, кого бы я могла посмотреть, женщин, ну, хотя бы 30+, с детьми, чтобы была, ну, какая-то более-менее интересная тематика. Девчонки, конечно, 20+, иногда тоже что-то интересное такое рассказывают, но скорее это интересно бывает с точки зрения, знаете, какой... такой непосредственности показать потом своим ученикам, что вот девочки молодцы, смотрите, какие они расслабленные, и вам бы тоже неплохо было бы, например, поснимать видео и стать такими же вот немножко раскрепощенными. То есть информацию, конечно, полезную для меня они вряд ли какую-то принесут, но только если они купили какое-то средство, которое вдруг я хотела купить, и я хочу, чтобы кто-то за меня его уже протестировал, а я потом приобрела бы или не приобрела, но только с этой точки зрения, наверное. Вот, ну, либо с педагогической, да, как хороший пример или плохой пример зажатости или, наоборот, расслабленности. Иногда мне присылают такие интересные подборки видео в рекомендованных, что я однажды открыл такое видео, и муж был просто рядом, читал книгу, сидел рядом или что-то там, работал с компьютером на кухне. И он, услышав голос вот этой вот девушки, ну там, молодой женщины, он просто пришел в ужас, схватился за уши и сказал: «Ужас какой! Какой кошмар! Выключи это!» Ну, и я просто даже не успела среагировать, я что-то там стояла, готовила, и это видео пошло само собой, как бы как в продолжение того, что я уже ранее смотрела, видео по психологии. И что же ему так не понравилось, я вам скажу. То, на что я никогда не реагирую в комментариях, я никогда не пишу этим людям комментарии, ну, кроме того, что, может быть, там, спасибо за видео, если вы рекомендовали мне его посмотреть и попросили зайти на ваш канал. На этом все. Каждый человек стоит на своей ступени развития, и это нормально. Если вы знаете господина Маслоу, то он разработал вот эту пирамиду потребностей, на которой внизу это еда, да, сон, секс и далее уже все остальное, что касается самовыражения, работы, и сверху это макушечка, уже такая духовность. Ну, то есть кто о чем думает после того, как удовлетворит самые нижние потребности, которые обязательно необходимо удовлетворить. То есть еда и сон нужны всем. Только какие-то очень-очень продвинутые йоги могут какое-то время находиться без еды и воды и при этом все время думать о духовном. Обычному человеку необходимо вначале удовлетворить все вот эти вот нижние слои, все потребности, самые такие вот простые, животные. Что неплохо, что в общем нормально, понятно.
И я тоже не могу, если я голодная и не выспавшаяся, преподавать, например. Это нормально и понятно. И, к примеру, вот это видео почему так сильно ему не понравилось? Потому что дама говорила исключительно штампами речевыми. Такая интересная манера речи, конечно, он в ужасе от манерности. Ну, что-то в таком вот стиле. Ну, просто не хочу никого обижать. Я актриса, все-таки могу нечаянно так вам показать, что кто-то вдруг примет на свой счет. Ну, так вот, кратко. Если женщины говорят вот таким вот голосом, ну, короче, в общем, я прям в шоке, такой бомбезный, крутой, вот так вот прямо сейчас. Да я офигела вообще в натуре. Вот когда вот так говорят... Он, конечно, просто в ужасе, и вот так вот она вела свое видео, и она мама, и у нее как бы богатый большой дом, и все хорошо, и ради бога, и пусть все будет дальше хорошо. А делаю ли я какие-то вот выводы определенные, пишу ли я комментарии, что, мол, как вообще вам там не стыдно, что же вы так разговариваете отвратительно, и зачем называть себя там Ленок, Алуся, или там... Катюся. Нет, я не пишу. Да на здоровье. Да пусть она будет Катюся, Алуся или Нок. И, может быть, ни у кого не будет такой большой аудитории, как у нее. Друзья, ну и понятно. Ее система потребностей и ценностей этого человека совпадает полностью. Естественно, что понятно. Поэтому они ее и смотрят. Зрители ее. И там много-много тысяч подписки. И люди смотрят и с удовольствием. И на здоровье. Понимаете? Я никогда не пишу сообщения какие-то странные, непонятные. Я просто закрываю. Ну, там у меня, в общем, выхода не было. Я прям быстро на стоп нажала. Потому что муж сказал, не дай бог. И даже мне не показывай, как она противно говорит. И даже ее не пародируй. И мне прям плохо становится. Ну, это, в общем, ну, серьезный, взрослый, интеллигентный человек с хорошим образованием. И он общается только с... конечно, людьми такого уровня серьезного. Отращиваю сейчас брови, и одна бровь вот густо выросла, а вторая не очень. Поэтому вот как-то я ее прям пытаюсь так прокрасить поровнее, не получается. Очень много пенечков. Она была тоньше, и я вторую выщипывала под нее. В общем, просто устала, уже решила больше не выщипывать, подождать, когда она отрастет. Так что теперь иногда у меня не очень идеально ровные брови. Ну и ладно, ничего страшного. Вот там гель использую. Просто какой-то ноу-хау мое, наверное, собственно. Вы же не первый раз мне задаете вопросы, почему немного подписчиков у меня на канале. Ну, ребят, не всем интересно и не всем нужна правильная речь. И можно много по этому поводу разглагольствовать, возмущаться. И как же так? И должно быть все наоборот. Ребят, должно быть все наоборот. Но есть как есть, и я благодарна за мою суперинтеллигентную, умную, духовную аудиторию, которая у меня есть. Я веду канал 6 месяцев. Я не так, что прям много в этот канал вкладывала, я не ставлю никакие просмотры, я ни с кем не договариваюсь. Ну, никто не занимается моим каналом, кроме меня. Я сама снимаю видео, я сама их монтирую, я освоила эту программу, которую мне муж показал там. Ну, насколько освоила, настолько освоила. Я не занимаюсь никакими рейтинговыми темами, я не демонстрирую свое тело, я не показываю, как я покупаю, примеряю белье. То есть я, в общем-то, не делаю ничего, чтобы привлечь аудиторию, которая меня потом понимать просто не будет, ребят. Я практически никогда не крашусь просто так на камеру и потом умываюсь после этого видео. Нет, оно действительно все применимо. Действительно, я наношу макияж только для того, чтобы потом действительно реально куда-то выйти по делам. Так, ну ничего вроде, да, нормально. Вот все время, видите, сморкаюсь, все равно тут будет краснота. Так что, наверное, придется кушать с собой, видимо, брать. Сейчас буду базу наносить под тени, и потом мы с вами попробуем тени, которые вы выбрали, такие вот смелые. Я бы так сказала, смелого яркого оттенка. Макияж я тоже сделаю, я уже знаю, как его сделать, я попробовала. Кстати, вы знаете, я попробовала эти оба макияжа сделать, и на два глаза. Один сделала зеленым, а второй вот этим цветом, который сейчас... Хочу вам показать. И приходит муж с работы. Представляете, я с разными глазами. Я к нему выхожу, радостно улыбаюсь, говорю, привет, дорогой. Он так смотрит на меня и говорит, Жанночка, тебе кто глаза подбил? Я говорю, не-не-не-не, давай другие очки надень, все хорошо. Он смотрит в других очках, говорит, как красиво, разные глаза. Я говорю, да, это просто был эксперимент.
сейчас я докрашусь, вообще будет все отлично. И ты мне скажешь, какой макияж тебе больше понравился. Ему, кстати говоря, понравился больше зеленый, потому что он сказал, что он понятнее. Ну, потому что у меня глаза зеленые. Тот, который я сейчас буду выполнять, для него оказался слишком смелым. Ну, в принципе, мужчины, они такие, они не сильно любят какие-то смелые вещи на женщинах. Они больше любят классику, ну, точнее, мой муж больше любит классику, он не Мэрилин Мэнсон, ему не нужно, чтобы я ходила в корсете по улицам и в чулках. Ну, то есть можно, конечно, но дома, и этого будет достаточно. Очень важно, чтобы была именно кремовая база под тени вот в этом макияже, потому что тогда эти тени будут более ярко выглядеть, они плотнее лягут, они не будут тушеваться в такую вот полупрозрачную дымку, а нам нужно, чтобы они были именно яркие. Шампанского цвета тени, такие вот перламутровые, вот Essence, уже бедная вся коробочка у меня разбитая, я их уже отремонтировала как могла. Буду накладывать в уголок глаза и немножечко на вот эту вот часть, видимую подвижного века, и немножко под бровь. Для ежедневной носки, конечно же, этот макияж с перламутровыми тенями под бровью и в уголке глаза не подойдет для дневной носки, но для каких-то мероприятий, вечеров, если вы хотите, да, куда-то пойти с мужем, если вы хотите пойти в театр, на концерт, вполне. На щеках этой перламутровости нет. Бронзеры, кстати, вот обратите внимание, да, кто боится покупать такие вот бронзеры яркие. Нет, вот этот как-то не смотрится инородно. Довольно плотная вот такая вот маленькая кисточка, вот такой толст, буду наносить вот эти самые тени, которые вы выбрали от NYX. Необычный такой очень яркий цвет. Что-то между розовым и кирпичным. Если мне сейчас не хватит яркости, я буду вот сюда дополнительно наносить еще раз базу. Половинку. И немножко вот сюда в складочку. И вывожу в уголочек. И обратной стороной кисточки, что очень удобно, буду подтушевывать. Так что смотрю я, в общем, очень немногих на YouTube. В основном это какие-то профессиональные вопросы. Ну и, возможно, каких-то довольно интеллигентных людей еще, которые были бы мне близки просто по натуре, потому как они понимают свою миссию на этой планете, как они воспитывают детей, какие системы ценностей они им внушают. В общем-то, я абсолютно не считаю себя какой-то правильной, идеальной. Я держу свое мнение при себе. Вот у меня есть какое-то мнение. Если кто-то просит его высказать, я выскажу. Если нет, это только решение человека. Как он живет, как он говорит, как он воспитывает своих детей. И как потом мучаются эти люди, которые живут с этими детьми, да, в итоге. Или не мучаются, это только их дело. Мы не можем навязывать никому и не должны навязывать свое мнение. Абсолютно, я абсолютно в этом уверена. И я уважаю каждого человека. И если бы все были педагогами, научными деятелями, то давайте будем честными и прекратим воображать и говорить, что мы какие-то особенные. Кто бы вам брюки шил, друзья мои, кто бы готовил вам те самые вкусные блюда, которые вы едите в ресторане, кто бы делал для вас косметику на этих заводах, которую вы так сильно любите. Так что давайте помолчим по поводу своей образованности и всего остального. Пусть люди сами делают выводы и смотрят того, кого они хотят смотреть, находят людей, которые близки им по духу, и каждый человек заслуживает уважения, и у каждого человека есть что-то хорошее. И даже у той самой женщины, которую попросил мой муж меня срочно выключить, хорошая есть, да, она замужем, большой плюс. Муж полностью ею доволен, опять же ей пятерка за это. Ну, ребята, каждому свое. Чтобы лучше все растушевать, немножко уберу вот этот перламутровый, кстати, оттенок, возьму вот такие вот светлые матовые тени от Re Louis Pro. Чуть-чуть убираю и буду вот с чистой кисточкой подтушевывать вверх, чтобы был более мягкий такой переход. И здесь, в уголочке, и там, наверху. Поближе к вам буду, чтобы вы лучше видели.
И на подвижное веко чуть-чуть дублирую вот сюда вот светлые тени, полосочкой такой. Смешиваю остаточки на кисточке вот этого самого цвета от NYX яркого с таким вот нейтральным из моей палеточки от Avon, которым, в принципе, я могу заполнять и брови. То есть такой вот оливковый оттенок буду подводить снизу глаз и сразу же растушевывать обратной стороной пушистой кисточкой. Делать такой вот немножечко оттенок внизу. И чуть-чуть еще вот этого, не знаю, как его называть, охристого, красного, чуть-чуть вот сюда добавляю. А в уголке глаза еще нет темного акцента, поэтому кажется макияж довольно ярким. Но на самом деле сейчас мы добавим правильный акцент, темный, уже макияж не будет выглядеть так вызывающе. И теперь самый темный оттенок, вот этот вот, кладу в уголок глаза и растушевываю. Чтобы в точку, в нужную попасть, буду вот такую вот, видите, вот она на фоне моего лица, видно, плотная маленькая такая кисточка. Вот ровно туда кладу эту тень темную и буду тушевать, чуть-чуть заводя в складочку века и немножко выводя вот так наверх, вытягивая глаз наверх. Я никогда не кладу сразу много яркого оттенка, всегда стремлюсь потом добавить, уже когда становится понятно в целом, какой макияж получился. Я не визажист, поэтому я предпочитаю наслаивать, ну, чтобы получился более яркий акцент. Такие цвета выбираю, которые можно добавлять, тушевать, добавлять снова, если не хватает. И чтобы не было такой какой-то заплаканности, все-таки у нас довольно яркие тени в малиново-кирпичном оттенке, основным тоном идут, нужно обязательно затемнить ресничную область. Поэтому тот же самый очень-очень темный оттенок, такой прям темно-шоколадный, я буду класть прям у самого-самого основания, ближе вот так вот, такими движениями, прихлопывающими, да, как бы впечатывающими. Вместо карандаша у меня сейчас вот какой-то просто кризис случился. У меня почему-то ни один карандаш вот на таких плотных, спрессованных тенях никак не хочет рисовать, не хочет давать яркий цвет, пигмент яркий. Мне все равно приходится его потом покрывать тенями. И поэтому я уже сейчас хочу сэкономить ваше свое время. Я сразу же сейчас уже нанесу тень. Вот такой макияж глаз получается. Чтобы глаза были более открыты во внутренний уголок глаза, обязательно добавляю вот такой карандашик. У меня он от Essence. Он такого вот, видите, естественного бежевого оттенка. Потом этот карандаш уже будет через какое-то время менее заметен, когда я проморгаю. Сейчас его видно, естественно, очень видно. И чуть-чуть я сейчас еще добавлю вот этого вот оттенка. Как бы немножко обновлю его на складочке века. Чуть более заметным сделаю, потому что он у нас приглушился матовыми тенями, которые я наносила в уголок. А мы хотим с вами сделать акцент на этом цвете, да, в макияже. Это очень сейчас модный цвет. И также сейчас моден зеленый. В одежде очень моден зеленый, красный, фиолетовый. Пластиковая одежда модна. Это какой-то ужас. Я, конечно, пластиковую одежду носить не буду. Не знаю, правда, как они это сочетают экологичности, которая также очень-очень в моде. Ну что, вот такой вариант у нас с вами получается без ресниц. Сейчас сделаем реснички. Чтобы ресницы были более пушистые, наношу базу вот эту от Eveline. Она белая, но она прекрасно закрашивается любой черной тушью, пока она у меня еще не высохла. Одна такая у меня, одна у дочки. Надо сказать, что мы с удовольствием их используем, то есть хуже они ресницам не делают, лучше пока мы тоже ничего такого не заметили, не растут от них ресницы. Я сразу же прокрашиваю ее тушью, потому что потом, мне кажется, тушь какими-то комками ложится по сухой базе, она как-то так неприятно по ней шкрябает, в общем, мне не нравится. Она чуть-чуть, знаете, подслепляет, конечно, реснички, видите, но они такие получаются вечерний, конечно, вариант, зато, да. То, чего мы и хотели добиться. Экспериментировать тоже когда-то нужно. Не бойтесь экспериментировать. Особенно, если есть повод, какое-то мероприятие, день рождения. Не бойтесь. Мне кажется, это все, опять же, по поводу мнения. То есть, кому что нравится. Иногда мне нравится вот такой макияж. То есть, и мне, честно говоря, ну, совершенно все равно, нравится он кому-то. Считает ли кто-то, что
так можно краситься в 44 года, или нельзя, или еще что-то. Мне нравится. Буду наносить румяна такого нейтрального оттенка, у меня от Belle, это 51 номер, и буду рассказывать о своем мнении по поводу теперь уже личного стиля. Прислушиваюсь ли я к мнению других? То есть, вот, например, сейчас мне может кто-то написать, что это слишком яркий, допустим, макияж, что вообще в моем возрасте не стоит вот так вот краситься, и вообще не стоит краситься, нужно надеть платок, там, не знаю, черные туфли и ходить в длинные юбки и молиться. Но, вы знаете, все люди разные, и у всех разные мнения, и я не могу ориентироваться на мнение каждого. И если, опять же, это мнение какого-то профессионального стилиста, стиль которого мне подходит, то есть это не авангардный какой-то стилист или не тот человек, которого я не уважаю. Да, я прислушаюсь к его мнению. Мне нравится, как работает Вячеслав Михайлович Зайцев. Я его знаю лично. И мне нравится то, что он делает. Видела, как он относится к своим клиентам, как он лично снимает мерки буквально, да, то есть лично занимается людьми, как он внимателен, как он вежлив, как он относится совершенно к любой уборщице с вежливостью, вниманием, заботой и абсолютно не кичится своей какой-то, своим положением, своим талантом. И к его мнению я бы прислушалась и прислушивалась раньше, когда мы общались. Но как бы не то, что я говорю, что мне все равно, например, что вы скажете по поводу данного макияжа. Нет, конечно, мне не все равно. Конечно, мне приятно, если вам это понравится. Но главное, что я хочу сказать, чтобы это нравилось мне. Потому что людей, зрителей может быть миллионы, и у каждого может быть свое мнение. И подстраиваться под каждого, я добавляю просто бронзер немножко, вот, подстраиваться под каждого нереально. Да эти румяна, они настолько нейтральные, они подходят под многие-многие макияжи. Сейчас кажется, может быть, чуть-чуть их больше, чем нужно, но на самом деле они куда-то впитываются и исчезают на мне, по крайней мере. В течение дня их вообще может и не оказаться к вечеру на лице. Поэтому я все-таки стараюсь немножко сейчас побольше их нанести, чтобы к какому-то определенному времени выхода, сейчас мне еще нужно кое-какие дела будет сделать, чтобы ко времени выхода они хотя бы как-то остались на моем лице. С помощью бронзера я уберу вот так вот пробор немножечко, чтобы не отвлекало внимание при разговоре, при беседе, да, с высокого роста людьми, чтобы они не смотрели на мой пробор, а смотрели мне в глаза, в ямочку. Делаю ее глубже, тем самым увеличиваю объем губ. То есть губа как бы становится немножко вывернутая. Добавляю вокруг вот сюда хайлайтерные такие тени светленькие. Вокруг губы и вот сюда. Аккуратненько наношу вот сюда. Просто такой вот полосочкой тоненькой. Чуть-чуть блеска вот сюда. Немножечко. Кстати, кисточка, кто видел мои бьюти-перерывы, это кисточка художественная. Она точно такая же, как и обычная кисть для макияжа. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, и вы узнаете, где можно такие кисточки купить. Так, чуть-чуть обновляю под глазами консилер, поскольку сюда немножко посыпался перламутр. Так, и теперь у меня три помады. Конечно, нужно бы какую-то нейтральную найти. Я буду смелой, я буду пробовать не только нейтральные. Давайте посмотрим, возможно, подойдет в итоге та, которую мы сейчас с вами будем выбирать. Давайте самый светлый блеск попробуем вначале от Dior. Если что, мы всегда с вами можем перекраситься, что-то переделать. Я вам показывала этот блеск в своем видео о том, что изменилось в моем проекте использовать по максимуму. Это новый блеск в моем проекте. Это блеск от Dior. Но вот видите, он тоже такой немножко металлический. Мне кажется, блеск здесь уже перебор. Наверное, имеет смысл что-то более такое матовое в данном случае наносить к данному макияжу. Да? Да, давайте попробуем другой вариант. Тоже от Dior, но уже такая лаковая помада, более уже плотная. И вы посмотрите, насколько это в принципе уместно, но то, что это модно, это действительно модно, как ни странно.
И многие нормально себя чувствуют, кстати говоря, в таком макияже. Да, ну вот видите, вот такой вот смелый вариант, конечно, но вот это не для меня, вы видите, да, это очень ярко, это слишком ярко. Возможно, вот на такой вариант стоит обратить внимание девочкам со смуглой кожей, но сама по себе, видите, помада какая красивая, мне нравится. И она такая комфортная очень на губах, не липкая. Да, и смотрите, вот при таком буйстве цвета эта помада, кстати говоря, не оставляет никакого тинта на губах. Вот такие темные губы, это у меня мои натуральные губы вот такого темного цвета. Довольно насыщенного. Следующий тоже смелый такой вариант от NYX. Я сегодня просто пробую все помады, которые я выбрала, и вы посмотрите, как они выглядят на губах. Все они в моей косметичке месяца. Подходящие по тону, одно под другое. Такой вот малиновый цвет, насыщенный, ягодно-малиновый. Мне вот этот цвет нравится. Вот с этим цветом вполне возможно я бы этот тренд пережила. Когда есть большая разница в оттенках, мне сложно. А вот такие вот баттеры от NYX, вот они мне очень нравятся тем, что они такие жирненькие, то есть они не сушат губы. У меня губы, как вы уже поняли, довольно сильно сохнут. Вот с этим цветом, который точно совпадает с подтоном на веках, я могу ходить вот так ярко, но тоже редко, крайне редко. Это была третья помада. Выберите, пожалуйста, какой цвет понравился вам больше. Ну и вот так выглядит этот макияж уже при вечернем свете, на который он, в общем-то, и рассчитан. Он уже не совсем яркий, как при дневном. И да, я уже поменяла, как вы видите, оттенок помады. Выбрала совсем нейтральный Dior. Это номер 312. Я показывала вам эту помаду в своих видео. Ее осталось совсем уже немного, и она, в принципе, подходит, ну, практически под любой макияж. Осталось закрепить только макияж для того, чтобы он держался довольно долго. Как всегда, использую вот такой гель. 100% алоэ. Во-первых, закрепляет, во-вторых, снимает немножечко пересушенность, перепудренность, ну и какие-то, возможно, воспаления. Ну и, конечно же, мои любимые духи Alien. У меня они вот в такой миниатюре. Это концентрированный аромат, поэтому его нужно совсем-совсем немного. По своему оттенку он подходит под оттенок моей одежды. И по аромату напоминает действительно такой вот глубокий фиолетовый, очень интеллигентный аромат, горьковато-сладковатый, что-то белые цветы. Ну, в общем, я показывала вам свою коллекцию Alien. Он также в моем проекте, я как-то все время берегла его, но сейчас решила, что хватит уже беречь и пора использовать то, что мне нравится, с большим удовольствием и по максимуму. Пишите, пожалуйста, какой бы оттенок помады под данный вид макияжа выбрали бы вы. Я желаю вам удачи, жду ваших отзывов и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!